Индустрия цифровой рекламы с каждым днем претерпевает значительные изменения. Все сложнее становится интегрировать ее в финальный продукт без потери общего качества и положительного отношения общества к ключевому контенту. Решение этой проблемы требует серьезного подхода, с чем справиться могут лишь оснащенные и современные организации. Сегодня мы поговорим о проекте, который нашел выход в решении проблем цифровой рекламы. Представляем вам Gazer Network. Gazer – это платформа, позволяющая издателям монетизировать свой продукт без рекламы. Проект предоставляет возможность компаниям и разработчикам доступ к надежной вычислительной мощности за совсем условную плату. Согласитесь, никто не любит рекламу. Рекламы в видео, в любимой игре или на сайте только отталкивают потенциальных пользователей и не дают в полной мере наслаждаться контентом. Причина этого – отсутствие надежных источников дохода проектов. Да и самим проектам это не особо выгодно. Реклама сама по себе не обеспечивает достаточный доход для большинства веб-сайтов и мобильных приложений, а лишь закрывает часть расходов. В связи с этим Gazer разработал три основных направления, которые направлены на разные сферы оказания услуг. Во-первых, это Gazer Online, который предлагает масштабируемый и предсказуемый доход. Принцип работы прост. Данная услуга позволяет веб-разработчикам и разработчикам мобильных приложений получать доход от вычислительной мощности конечных пользователей. Во-вторых, Gazer Enterprise, который оказывает надежные консультационные услуги. Это уникальная возможность получить высокий уровень консультационных услуг с использованием запатентованных современных инструментов для веб-разработчиков, предприятий и криптосети в целом. И в-третьих, это Gazer Cloud. Доступная вычислительная мощность для каждого. Gazer Cloud позволяет использовать вычислительную мощность для предприятий и сохранить экономичный затрат. Разработчики получают услугу уровня безопасности Proof of Work, и все это без привлечения майнеров. Чтобы создать такого рода услуги, требуется крайне профессиональная и компетентная команда. Техническим директором команды является Аша Школ, за плечами которого лежит более чем 20-летний опыт работы в облачном пространстве. К слову, весь руководящий состав команды имеет опыт более чем 20 лет, что говорит о их профессиональном статусе и компетентной позиции по отношению к выполняемой работе. Команда не теряет время и уже 30 апреля запустила Gazer Mercury, первый выпуск основной сети Gazer's Own Blockchain. Также уже доступны основные функции Gazer Online. В честь выпуска основной сети Gazer разработчики сняли плату за участие в программе для ранних пользователей на ограниченное время, что является отличной возможностью присоединиться к ним прямо сейчас. Следующим шагом является запуск порталов для голосования участников экосистемы Community Hub и The Foundation, который произойдет в ближайшее время. О всех планах Gazer вы можете узнать, изучив их дорожную карту на их официальном сайте. Ссылку на него вы можете найти в описании под роликом. Еще одной причиной стать пользователем экосистемы Gazer является их программа поощрения. В системе действуют ежедневные вознаграждения в размере 28 тысяч долларов, которые специально зарезервированы для этой программы и распределяются пропорционально еженедельным взносам всем пользователям в пулу ликвидности Uniswap, GTH и ETH. Gazer сотрудничает с многими биржами, поэтому приобрести его вы сможете в таких местах, как Bitham Global, Uniswap, BitMax, Gate.io и Hu. Если вы все еще сомневаетесь в надежности данного проекта, то обратите внимание на его список партнеров. Gazer поддерживает множество организаций и других проектов, что позволяет сделать вывод о его надежности и актуальности на настоящий момент. Такая поддержка со стороны коллег и сообщества делает его одним из лидеров в данном направлении. К слову о лидерстве. Gazer работает в пространстве с ограниченным числом конкурентов, но даже в такой ситуации они остаются востребованы для рынка и незаменимы в решении некоторых задач. Проект оказывает огромное количество услуг, и все на одной платформе, что делает его использование удобным для каждого. Безусловно, у такого перспективного проекта есть собственный токен GTH, который использует стандарт ERC-20. Как только собственный блокчейн Gazer будет окончательно запущен, команда перейдет к созданию собственной цепочки. Средства, полученные с продажи токена, будут распределены следующим образом. 43% уйдет на дальнейшую разработку технологий, 25% будет потрачено на маркетинг и общение, 15% – административные и операционные расходы, 10% – на развитие самого бизнеса и 7% – на юридические расходы. Такое распределение позволяет развивать данный проект и дальше.
Gazer Network является прибыльной компанией и приносит большой доход для своих пользователей. Уникальные функции и услуги, которые предоставляет проект, позволяют увеличивать свой капитал и подогревать интерес инвесторов. К слову, проект заинтересовал не только криптовалютных, но и традиционных инвесторов, что позволило ему собрать большой капитал. Сложно рассказать о целой экосистеме Gazer и не упустить всех деталей. Если вас заинтересовал данный проект, то рекомендуем вам посетить их официальное сообщество и узнать множество полезной информации, касающейся данного проекта.